Привет, меня зовут Елисей, мне 7 лет. Я занимаюсь спортом, кикбоксингом, потому что я хочу стать очень сильным. Я боюсь, когда у меня нет света, и меня кот пугает, потому что он очень сильно бегает. Чудеса – это когда что-то случается. Вот со мной случалось, когда я поехал в Краков, на самолете летал 2 раза. Что такое любовь? Это когда что-то, кто-то кого-то любит. Я высоты боюсь, но на самолете я еще куда-то с родителями хочу полететь. Я добрый и отзывчивый, но я немножко могу быть грустным. Мне нравится мультик А4, потому что он о приключениях. Если я бы был животным, я был бы котом, я мог лазил бы куда хочу. И никто не заставлял уроки делать.